Здравствуйте. Добро пожаловать в TenorShare. Проблема с отображением обновления iOS 18 на iPhone? Вы находитесь здесь правильно. В сегодняшнем видео я быстро покажу вам, как справиться с этой проблемой. Обновление iOS 18 может не отображаться из-за того, что модель iPhone не поддерживается для этой версии. Вот список всех совместимых моделей. iPhone 10 и более ранние модели не могут обновиться до iOS 18. Так что это может быть первой причиной, по которой обновление iOS 18 не отображается. Конечно, есть и другие причины, такие как сетевые проблемы, нехватка памяти на iPhone и высокая нагрузка при обновлении, вызывающие задержки. Практические методы для решения проблемы. Сделайте жесткую перезагрузку iPhone. Увеличьте громкость, затем уменьшите и удерживайте боковую кнопку, пока не появится логотип Apple. Если простое решение не помогает, попробуйте следующий метод. Во-вторых, вы можете сбросить настройки Wi-Fi. Настройки и общий доступ. Нажмите на кнопку «Перенос» или «Сброс iPhone». Выберите «Сброс настроек сети». Вам нужно будет переподключить ваш Wi-Fi. Попробуйте Rayboot, чтобы на 100% обновить ваш iPhone до iOS 18. Если эти методы вам не подходят, Rayboot станет вашим надежным решением. Вы можете скачать Rayboot с сайта TenorShare, запустить Rayboot и подключить ваш iPhone к ПК или Mac. Когда Rayboot обнаружит вашу модель iPhone, вы сможете нажать кнопку обновления iOS. Вам нужно будет заранее скачать новую прошивку iOS 18. Скачивание займет несколько минут. После завершения загрузки нажмите кнопку «Начать обновление» и начните обновление вашего iPhone. Я уже с нетерпением жду новых функций iOS 18. Хорошо, теперь Rayboot успешно обновляет ваш iPhone до iOS 18. Руководство по решению проблемы отсутствия обновления iOS 18 на iPhone. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал. Увидимся в следующем видео.